моем канале, и сегодня я снимаю третье или второе новогоднее видео, а именно это будет обмен подарков с моей подругой Оксаной. Всем привет! Несколько слов. Сегодня мы будем меняться подарками, как Катя уже сказала. Давай друг другу наденем такие розовые штуки. Ну а перед началом этого видео обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, и мы начинаем. Сейчас мы скинемся на суфа, кто будет первый дарить, кто проигрывает, тот первый дарит. Первый нанесет. Суефа, суефа, суефа. Ну а перед тем, как мы просто дадим подарок, мы должны примерно его описать, и потом тот, кому мы дарим, этот человек, должен угадать, что это такое. У него будет 7 вопросов. Если не угадывает... 7 вопросов? Да. То... Все, поехали. Короче, разберемся по ходу действия. Всё. Давай. Давай. Первый подарочек это будет... Это вот этот вот. Ты это хотела купить, но у тебя просто не хватило денег. Я думаю, странно задавать вопрос, живой ты или нет. Это что-то для себя используется? Да. Этим можно что-нибудь мазать? Нет. Это что-то для рук? Нет. Для лица? Да. А сколько вопросов у меня? 4. Это маска? Да. А можно вот так? Да. О, это та, да, которая такая, я буду барашком? Да. О, спасибо большое. Покажи хоть. Смотрите, какая прекрасная штука. Она ее хотела купить, но у нее не хватило денег на остальные подарки. Подождите, я пожертвовала подарку вместо того, чтобы купить себе маску. Так, теперь я, да? Да. Вот с этого. Ну, это тоже. У тебя вообще есть какие-нибудь уже идеи, что это может быть? Это... Мы проходили около этого. Ты его взяла в руки. И сказала, о, круто. Я такая, ну, да. И мы пришли дальше. Давай. Это что-то съедобное? Нет. Это что-то из канцелярии? Нет. Что-то для лица? Ой, нет. Вообще для тела что-то? Ну, да. А что будет, если я не угадаю? Наказание. Наказание. Это... Что это еще может быть? Ну... Это что-то для рук? Да. Это какой-то крем? Нет. Это лак? Нет. Последний вопрос. Не знаю. Ну, давай еще подсказку дам. Давай. Это стало нужно в 2020 году. Антисептик. Да. Блин. Ты как открываю я? Штуки, она сказала, что очень вкусно пахнет. Да. В общем, вот. Давай, чертов мне. Давай. Да. Так, ну, мы это проходили. Тоже в магазине проходили. И это что-то такое объемное и розового цвета. Это... Не знаю, как это еще описать. Объемное розового цвета. Но это съедобное.
Ну, это сразу мой заказ. Бывает еще синий. Это какие-то как конфеты? Ну, что-то типа конфет. Угу. Это некоторые жарят на костре? Да. Это сами по себе они обычно белого цвета? Да. Они такие как кругленькие обычно. Ну, не совсем кругленькие, такие вот интересные формы, да? Да. Ну ладно, это мы решим обойти, да? Да. Да. Мне кажется... А, ну они розовые, да? От которого не отказался бы никто. Ну, есть такие люди, но у них, возможно, это аллергия. Это... Ты это не у меня никак-то не брала в руки, вообще, мне кажется, на это не смотрела. Ну, вот. Это что-то для себя. Нет. Ну, это как бы для себя, но не для себя. Типа это... Не так. Это что-то из канцелярии? Нет. Из еды? Да. Что ж, это что-то... Шоколадка. Это что-то шоколадка. Это что-то как конфеты? Ну, не совсем. Не совсем. Ой, у меня что-то вопроса так осталось. Это мармеладки какие-то? Ну, не совсем мармеладки. Отлично, я объясняю, конечно. Это жвачка. Ну да, это как жвачка. Жевательные конфеты, но... Давай, примерно. Это жевательные конфеты, но какая? Вот такой вот. Это чем? Типа там такие конфетки, они разных цветов. Да. Это то? Да. Та-дам! Та-дам! Это... Ты это на подарки другим взяла очень много. Ну, как много? Там, по-моему, 3 или 4. Ну, это... Все, больше не надо. Так. Это что-то для себя? Да. Это в основном для девочек. Да. Это обычно разные упаковки. Да. Не, подожди, разные упаковки типа по виду или да, по форме? Да, по виду. Ну, форма тоже, по-моему, разная, если я понимаю, о чем я. О чем я? Это что-то для лица? Нет. Для рук? Да. Ну, лайки я не брала. Единственное, что я брала, это крем для рук. Да. Давай. Просто не помню сама, какой я взяла. Ну, какой ты сел? А, вспомнила. Я такое, кстати, хотела. Спасибо! Ну, вот ты мне говорила, что хочешь взять его попробовать. Я тебе такого не говорила, но ты как-то угадала. Спасибо большое. Ой, господи. Старость не радость, что поделаешь. Ой. Это съедобное, сразу скажу. Я не знаю, как ты угадаешь. Я даже сама не знаю, какой правильный ответ. Короче, я даже сама не знаю, как это описать. Открывай. Я вспомнила, что я все-таки взяла такие штучки, но другого вкуса. Это вот такие вот маршмеллоу, и там есть вот такие вот мармелад. Ну, это что-то типа мармеладок сладких. Спасибо. Да, это танку, да. Ну, это что-то, я просто не знала, что тебе подарить. Это что-то такое прямоугольное. Прямоугольное, это такое вот? А, вот такое вот, да? Для тела? Нет. Это какая-то канцелярия?
Да. Кстати, еще... Линейка? Не, подожди. Но это не ручку. Нет. Подожди, это был вопрос. Литюм. Да. Это... Это ластик? Нет. Хотя он был треугольный. Но это не совсем... Ну, прям то, что ты смотрел, но это просто, ну как, вида другого. Что? Ну как? Это маленькая? Нет. Это из... Ну, как... В этом можно написать. Тетрадка? Да. Какая? Она такая толстенькая. Я просто не знала, что тебе взять. А которые ты видела, их там не было еще на тот момент. Мне вообще нравится. На ощупь. На ощупь? Это что-то из канцелярии? Нет. Это что-то типа антистресса? Ну, возможно, тебе это показалось, да, но это вообще нет. Это не игрушка. Подожди, это... Я что-то там... Это в том отделе, где там еще всякие масочки, вот это вот. Какие масочки? Это та маска, которая для сна и вот такая... Нет? Сна, да, открой. Вот где она? Это та маска, я... Так, цена будет в маске. Ребята, скриншотик, короче. Ой. Только ее надо, короче, вначале охлаждать и потом. Охлаждать? Да. Типа, ну, короче, там, класть. Короче, потом прочитаешь. Мы опять же проходили это. И это в какой-то баночке такой. Такой, ну, как не баночки, как... Она такая, ну да, как баночка. Так, какие-то мармеладки? Да. Я угадала? Да. Я поняла. Да, я поняла, что это было. Теперь я объемся мармеладок. А, ну, подожди. Чего? Не только мармелад. Спасибо. Давай попробуем. Опять же, ты около этого проходил. Взяла это опять же... И сказала, что хотела бы попробовать. Но это не еда. Попробовать? Да. Ну, тоже хотела бы такое. У тебя это есть? Нет. Ну, у меня было, но не такое. Не это такого вида. Это что-то для себя? Да. Это для лица? Да. Это этот тоник? Как тоник для лица? Нет. Это что-то типа геля? Какого? Ну, как гель, но не для лица. Ну, типа, не для всего лица. Это для чего-то особенного. Ну, прям. Это для губ? Нет. Для глаз? Да. Патчи? Нет? Ну, какие? Эти, ну, правильно. Типа жидкие? Спасибо. Ну и последний подарок у меня. Это ты хотела, ты проходила мимо них, по-моему, раз пять. Них? Ой. Это несколько? Нет. Это одно что-то. Ты, короче, проходила раз пять мимо этого и брала в руки это даже.
Ты очень этого хотела. И один раз они закончились. Ой, она закончилась. Ты поняла, о чем? Что это такое? Это та игрушка. Да. Просто посмотрите, какая жди. А там. Ну она прям на камере не видно, как она перебивала. Я так ее хотела, я так окунью ходила. Я раз 10 взяла в руки. Да, я еще, когда ты такая пришла, она такая, а где эта кружка? Она пропала. О, вот здесь она лучше выглядит. Спасибо, друзья, вам за просмотр. Спасибо тебе, Оксана, за подарки. Ну, тебе тоже спасибо. Если вы хотите еще таких видео, то давайте уберем сколько. 10? 15. Да, 15. Давайте наберем 15 лайков, и тогда мы снимем вторую часть, но уже по другому поводу, просто так. Так что с вас подписка, лайкос, и ждите новый видос. Хлопай.